Студенческий бал в Полесском государственном университете уже стал доброй традицией, которая воплощается в жизнь в течение последних 3 лет. А вот бал с участием профессорско-преподавательского состава прошел здесь впервые. Состоялся он в культурно-развлекательном центре вуза и был посвящен 10-летию университета и году культуры, объявленному в стране. Это обращение к нашей культуре, это обращение к тем вещам, которые традиционно были в системе, у интеллигенции, потому что каждый уважающий себя человек обязан был знать языки. Это знание музыкальных основ и, безусловно, это основы бального мастерства и танца, которые, само собой разумеется, для культурного человека. Преподавателей ждала разнообразная программа, подготовленная студентами университета, и, конечно же, мастер-классы. Их проводили руководитель народного ансамбля эстрадного танца «Альянс» Анастасия Зиновьева и руководитель народного клуба любителей латиноамериканской культуры «Салимар» Иван Таранца с помощью студентов университета. Они продемонстрировали собравшимся вальс, полонез и другие танцы, которые затем предстояло повторить преподавателям. Удалось раскрыть такую внутреннюю шляхетность наших студентов, молодых людей и девушек. Я очень надеюсь и даже уверена, что Полесский бал станет таким же знаменитым и традиционным, как Венский бал. Я бы сама с удовольствием прошла мастер-класс у организаторов бала. Во всяком случае, мне кажется, у меня бы получилось, если бы был подходящий кавалер. Думаю, в следующий раз я его обязательно найду здесь. И хоть повторять складное движение не всегда получалось, это не главное. Главное то, что в ПолесГУ зародилась традиция, которая уже стала визитной карточкой и отличительной чертой вуза. Он позволяет воссоздавать, воспроизводить или хотя бы напоминать о классической традиции. О классической традиции в этике отношений между преподавателями и студентами. О классической этической традиции отношений между студентами, а это очень важно в наше время, это возвращает нас к истокам. Несмотря на то, что это первый бал, организованный для профессорско-преподавательского состава и работников университета, его организаторы надеются, что традиция подобных танцев под классическую музыку станет постоянной.